Занятия в школе моды и стиля ориентированы на подготовку высококлассных профессионалов в индустрии красоты и искусства. На международной выставке красоты «Baltic Beauty 2016» учащиеся Рижской профессиональной школы стиля и моды продемонстрировали уже приобретенные знания и мастерство. Будущие парикмахеры и визажисты успешно выступили в престижном конкурсе сценического макияжа и парикмахерского искусства. Ученицы научились профессионально комбинировать цвета и текстуры в макияже, делать стильные стрижки и создавать сложные прически. Опытные преподаватели помогают будущим мастерам раскрыть их творческие способности, чтобы они могли добиться успеха в выбранной профессии. Rīgas stila un modas profesionālā vidusskolā var mācīties audzēkņu gan pēc 9. Klases, gan pēc 12. Klases. Pēc 12. Klases šīs programmas finansē Eiropas Savienība. Mums no 10. Novembra līdz 27. Decembrim ir uzsākta ziemas uzņemšana. Pēc 12. Klases pusotru gadīgā programma, kur varēs apgūt divas специалитетes. Viena ir tērpstila speciālists, otra ir frizieres stilists. В школе готовят к профессиональной деятельности специалистов по стилю одежды, парикмахеров, парикмахеров-стилистов, визажистов, стилистов визуального образа, косметологов, спа-специалистов, фотографов, мультимедийных дизайнеров. В процессе обучения особое внимание уделяется оттачиванию практических навыков. Главная карта – теоретическая знания, bet ir arī šīs praktiskās zināšanas, piemēram, frizieri savas praktiskās iemaņas var realizēt mūsu mācību frizētavās, kas atrodas pilsētas centrā. Arī mums šeit uz vietas ir mācību frizētavas. Tāpat arī spāts speciālistiem ir šeit skolā kabinets, kur viņi var strādāt. Tāpat arī kosmētiķiem, fotodizaina speciālistiem ir fotostudija ierīkota. В этом году для занятий по программе «Специалист по маникюру и педикюру» открыты новые учебные кабинеты. Классы оборудованы всем необходимым для наработки учащимся практических навыков нейл-дизайна. Рижская школа стиля и моды принимает учащихся из других городов Латвии и обеспечивает их местами в студенческой гостинице. У тех, кто уже учится, есть возможность принять участие в программе по обмену и отправиться за рубеж за новыми знаниями и опытом. Хорошие парикмахеры и визажисты, стилисты и косметологи, мастера ногтевого сервиса и массажисты всегда востребованы. Выпускники школы стиля и моды никогда не остаются без работы. Чтобы получить престижную профессию, начните обучение в профессиональной средней школе стиля и моды. Для поступивших в школу в ходе зимнего набора учебный год начнется уже с 9 января 2017 года.